Камера Вильсона представляет собой плоский цилиндр с прозрачными основаниями. Внутренняя полость камеры соединена резиновой трубкой с грушей. Изменяя с помощью груши давление, внутри камеры получают перенасыщенный пар. Радиоактивный препарат, испускающий альфа-частицы, нанесен на поверхность металлического кольца, закрепленного внутри камеры. Всякий раз, когда в камере образуется перенасыщенный пар, вблизи кольца возникают треки альфа-частиц. Треки представляют собой белые черточки, веером расходящиеся от кольца. Обратите внимание на то, что число треков и их взаимное расположение каждый раз разные.